Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый букс, называется CoinDog. Ну, с регистрацией, думаю, проблем ни у кого не будет. Регистрация наипростейшая, после чего попадаем в кабинет. Я в данный момент нахожусь на домашней страничке. Здесь мы зарабатываем коины. И, как всегда, выводим в криптомонетах. На домашней страничке сразу у нас реферальная ссылочка. Можно кликнуть сюда, и ссылочка автоматически копируется. Значит, здесь рефералы вкладочка. Значит, бонус. И это они рекомендуют подписаться типа на их телеграм-канал и следить, чтобы получить код. И тогда будет какой-то бонус, возможно. Далее депозит нам не надо. Вывод вкладочка чуть позже. Заработок на фервал. Есть кран. Здесь дают по 100 тысяч этих коинов. И сбор раз в 2 минуты. Безгранично можно как бы тут собирать. Разгадываем антибот и капчу. Давайте разгадаем, соберем монеты. Лестница. Опускаемся ниже. Букс очень легкий. Он платит. Я с него выводила уже. Ну и здесь нет скрытых реклам всяких таких. Вот 100 коинов пришло как бы на баланс. Далее есть короткие ссылки. Потом ПТС. И вот такая еще рекламка. Ну, ПТС тут тоже все легко и просто. Кликаем. Значит, 20... Ну, я тут немножко просмотрела. 23 рекламки. На 2 380 000 вот этих коинов. Что у нас здесь? По 15 секунд. Давайте за 5 секунд посмотрим коротенькую. Таймер у нас идет как обычно. Опять разгадываем капчу. На зеленую вкладочку возвращаемся, закрываем, сел зачет, и вот такая рекламка есть еще. Значит, она идет каждая здесь по 100 тысяч или да, 100 тысяч или миллион. В общем, дают вот этих монет. Здесь каждая рекламка 60 секунд. Я вам, ну, я уже не буду видео затягивать, да? Просто сейчас я вам покажу. Кликаем. Вот такая вот она. Опускаемся в самый-самый-самый низ. Как ее просматривать? Вот здесь идет таймер. По истечении таймера кликаем вот на эту синюю вкладочку. У вас появляется тут окошко. Разгадываем капчу. И нам зачет. Таким вот образом просматриваем вот такую вот рекламку. Назад. На букс. Потому что одну минуту это ждать, как бы. Ну, в принципе, и все. Такого. Давайте посмотрим вывод. Кошелек не открыл, ну ладно. Значит, вывод здесь на C-валет.
Видим, да? И на House от P. На House от P USDT, Litecoin и Bitcoin. Кликаем Litecoin, например, да? Значит, сумма стоит по умолчанию уже. Как бы, да? 2415. И C-Wallet email и PulseP email адрес у меня. Галочка стоит. Не забывайте ставить сюда галочки, кликать. Litecoin. Также раскатываем капчу. Вот этот цикл. Подтверждаем и кликаем вывод. И мне что? А мне пишет, что так украдено недостаточно средств для этой транзакции. Ладно, давайте тогда попробуем. USDT. Потом все это пополняется, как бы, да? Вот. И Pulsed Pay. Также сейчас обновится. Все. Мои монетки улетели на FalseP. Я забыла кошелек открыть. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, сейчас откроем. Кем мы там кошель? FalseP. Все делаю в режиме онлайн. Загрузится. Пожалуйста, CoinDog. Вот мои монеты. 20 февраля. Платит инстантом. Все замечательно. Ну, сами понимаете, да? Потом администрация пополняет как бы это все. И возобновляются выплаты. Можно на C-валют. Еще какой-то спайс. А, C-валют, да, это просто монета такая. Ну, на FalsePay. Ну, вот как-то так. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.